Барсик, 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 иди сюда, сыночек, иди, мой миленький. Будьте добры, достаньте длинную бельевую веревку. А у нас нет дома. И кошка сейчас будет снята. Или а кот, я не знаю. Сделать? А как? А вы достаньте, а мы вам покажем полку. Там подольше концом. Еще надо, нет чего? Да нет, по-моему, хоть пока. Для начала. Внизу отойдите немного. Это был второй этаж. Бутылку назад. Не бросай. Что? Я же не бросаю. У меня рулон туалетной бумаги. Я внизу уже упаду. А зацепился, не зато, видишь? Там кота-то. Оправдывай его на балкон. Я отпускаю ее. Держите его. Оправдывай его на балкон. На балкон. Тяните, тяните и берите. Ну что за сволочь, падай что ли в конце концов? Вот, смотри, он сейчас упадет. Ну что, у кого-то есть другие предложения? Молоток только есть больше. Нет, молоток. Для рубки мяса, топор. Дом есть у каждого. Надеюсь, да, для кого? Так как ты там? Я же самого этого порубил. Спасибо за топор. Да. О, свет сгорел! Свет сгорел, смог! Тихо, тихо, Вася! Тише, не пугайся! Погоди, погоди! Вон из пёсы! Ну кто его забрал домой? Теперь что будете делать? Не проводите! А теперь мы пойдём домой! Домой спать! Дерево не проводите!